Пока я настраиваю гитару, давайте с вами поговорим немножечко. Скажите, а кого из бардов знаете вы? Всех. Вас, Андрей, мы не спрашиваем. Андрей Панов? Хороший бард. Дмитрий Аметов тоже хороший бард. А еще кого знаете вы? Никитин, Сергей Никитин. Еще? Акуджава. Митяев. А кого-нибудь из авторов «Новой волны» вы знаете? Ну, кроме тех, кто чье творчество прозвучало уже сегодня. Слышали кого-нибудь? Кого я не слышала? Третьяков. Виктор Третьяков? Как вы думаете? Ну, это, наверное, все-таки ближе к классике. Это не автор «Новой волны». Автор «Новой волны» — вот Алексей Бардин. Следующую песню, которую мы хотим исполнить, написал именно он. Алексей Бардин, он поэт, музыкант. Вот знаете, мне кажется, внешне он чем-то похож на Олега Даля. Посмотрите. По образованию он географ и биолог. Ну, он так же, как и Висбор, закончил педагогический институт. А песня называется «Ангел и бес».